Красноармейская улица, она очень изменилась за последние годы. И вот особенно еще один фон. Особенно фон. Там одна высотка, здесь вторая. Да, очень быстро, конечно, все это тут растет. Я хотела подойти и снять красивый кадр, сказать, есть еще аппараты. Баба. Алло, алло, Вава, Вава, я тебе сейчас что-то расскажу. Я думала, и что, и вот. И вот это вот Киров. И думал ли когда-нибудь Киров, что завод названный в его честь, что здесь будет La Casa de Grey, студия латиноамериканских танцев, какой-то, понимаете, ангар с вещами и много чего. Но это же все сдается, я думаю. Идем, потому что 21/6 адрес. Ищем. Такой невысокий, наверное, он был. Смотри, какой, да? Даже здесь, отсюда кажется, что обычно так как-то увеличивают в росте. А, наверное, он был невысокий товарищ. Простите, товарищ Киров, мы загуглили. 1.68 м. 1.68 м. А да. На то время вообще даже и высоким, ну, да, практически 1.70 м. Извините, товарищ Киров, снимаем шляпы. Наверное, сюда. Все, мы правильно зашли сюда. Танцы, школа танцев и ретро. Павильон, второй этаж. С 11 до 7 без выходных. Ретро-терра, это в инстаграме ретро-терапия. Идемте. Ух ты. Бог ты мой, зацените, ребята. Вот куда маменькино столовое серебро. 26 рублей вилочка. Ну, это мельхиор. Неужели старая совсем? 18 рублей. Да, посмотрите. Цены такие очень даже. 7 рублей такая таджичка или кто это? Ой. Я помню, маменькин продавала, когда вот распродавала все это. По рублю. Фильмоскоп продавала. Дядечка прямо ж из другого города приехал. Достойно. Абсолютно нету запаха никакого, что это какая-то там заброшка. Ух ты. Листочки из книги. Даже. Это вообще для киношников, кто снимает фильмы. Кто из нас снимает? О, смотрите, какая перегородка, ширма. Да? Ее чуть-чуть реставрировать. Это холст. Вазочка 24 рубля. 12 рублей. 98.
Так, давайте все свои шкафы трясите, приносите. Ну, стекло как-то не очень, да? 10 рублей, 180. Ух ты. Чехия. Ну, какая? 70 рублей. Все, что надо и для хозяйства. Банки. 2 рубля банка. Мои же советские. 57 рублей. Смотрите, из операции «Ы». Налетай, торопись, покупай живопись. А я выкидываю ключи. Вот тут так можно. Восемь рублей, между прочим. Ты что, уже что-то нашла себе? Серьезно? Я не смогла, посмотри, какая прелесть. Прелесть, я на него обратила внимание. Тоже обратила внимание. Да. А вот еще диафильма я хочу. Я тоже смотрела. У тебя есть этот да. проектор? Прикинь. Какая прелесть. Кстати, мое колечко. Надо потом обсудить. Надо потом обсудить. Это я сама сделала. Правда, шармик не сама, но... Работница и селянка. 57-й год, ребята. Мимоза. Пахнет? Для керосиновых ламп. Вообще, прям исторические экспонаты. Не знаю, 68 рублей. Это, наверное, стирать. Или кормушка для свиночек. Лоухань. Чайничек. 100 рублей. Кому колесо? 65. Вау, это же выкройка. Вообще. У меня похожее платье было на выпускное. С рукавами, правда. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Всяческое. 10 рэ. 25 рэ такой утюг. Прялка. Прям как это. 7 рублей. Представляете? Спящая красавица. И даже вот этот вот челночок на челнок. Представляете? Да кто-то ж прям 10 рублей. Невероятно. Зингер. 260 рублей. Зингер. Вау-вау-вау. Меня, конечно, впечатляют всякие эти чайнички. Сколько такой красавец. 96 рэ. Боже, какая ностальгия. 3 рубля. Бутылку себе купить. Лена, купить себе бутылку, что ли? Ностальгировать. Это же был дюшес в таких бутылках. А бидон? У кого был такой бидон? У меня был белый, вот такой, 20 рэ. Я за квасом гоняла. Орешки. Ну, орешки у меня есть, эта штучечка формы. Наверное, по одной продает. Ой, какие прям аж тяжелые такие. Слушайте, какие классные формы. Обалденные. Они не тонкие. Дворы. Она тяжелая, она толстая. Лена, какие глянь, классные орешки формы. Это не то, что сейчас это. Она тяжелая. Да. Возьми в руку. Ну, такое. Да? Это первое? Это бабушка и дедушка? Это орешки. Электровафельница. Вот эти. Да, да, да. Это для орешков, да. По 2 рубля. Такая. Бидон был у тебя? А, ну вот вафельницы эти. На газу. Который. Бидон был у тебя?
спит. У меня до сих пор на балконе да? спит, я не могу. Не надо. Зачем же его выбрасывать? Нет, 20 сегодня... рублей. Боже мой. Господи, я не могла пройти мимо. Почему-то. Я на него тоже посмотрела, интересно. Ты можешь даже здесь что-нибудь, какой-нибудь бисером вышить, какую-нибудь штучку. Ты думаешь? Да, тогда вообще будет шикарно поверх. Просто ну, похоже, о, такие щечки у меня были. И вот этот у меня был круг здоровья 20-е. И сифон у нас такой был. Сколько такой сифон стоит? О, тяжелый такой. Только для них, наверное, сейчас нету этих баллончиков. Усё под рубль это 2. Это украшение, посмотри, сколько, сколько богатств. Усё по рубль 2. Ради его. А вот здесь. Боже мой, у меня тоже было. По 3, по 2, по 3 рубля. Ты глянь-ка. Узнаешь? Ага. Кошмар, как все было давно. Между прочим, 105 рублей. Такое. Для паштетика, наверное. Стаканнички. Ой, самый настоящий стакан такой тех времен. Да, еще даже без этого, без поясочка такого. Да. Ой, в таких мороженых, помните? По рублю. 12, извините. Мороженых таких по 3 шарика. Упорством достигается победа. Министерство легкой промышленности БССР. Показатели работы Гомельского производственного обувного объединения. Кто бы мог подумать. Да, сколько такая стоит? 3 рубля. С 60-го года. Мне 5 лет было. Упорством достигается победа. Я под впечатлением, мне очень понравилась такая атмосферная, как на экскурсию сходили, да? Да. Немножечко грустно, да. Детство прошло и молодость. Короче, разрекламированная кафешка инстаграмная, не знаем как бы, но рассчитываем на десерт с уточками. Смотрите, это Беды улица, но адрес, в общем, адрес я пишу, Moose Art Bakery, кафеха. Там уже все... Все были. Да, инстаблогеры уже все были. Инстаблогеры все были, а мы с вами еще не были. Сейчас пойдем. Может, уточки уже все съели, но это будет ужас. Там, короче, вместо тарелки такая ванночка, и десерт, наверху плавает уточка такая, съедабельная уточка. Только надо оставлять, попросили. Ну, ванночки с собой не брать. С собой не брать. Ох ты, ты глянь, какие прикольные. Здравствуйте. Как у вас? А уточки есть? Да, есть. Как же хорошо. О, вот эти классные, тоже воздушные. Кейк-попс. А кейк-попс, это что там внутри? Это будет картошка. А, какой тоже красивый. Тортик в стакане. Смотри, как классно маленький тортик на день рождения. Вот они, уточки, вот они. Наполеон. 9.50, 12. У меня был шарм, но это не пандоровский такой. И вот я его одела на этом. Ну, я не знаю, стоит ли мне эту тему с кольцами продолжать мне или нет. Мне они очень, я не знаю, мне они очень нравятся. Мне тоже очень нравятся. Савунья для мудрости. Божья коровка для легкости и для желаний. Класс. А что я должна делать? Я пер... Радоваться жизни!
О, как пахнет раф американо апельсиновый. Какая прелесть. Ку-ку. Ой, она с зефирки? Да. Начинает твои ощущения. С лимонным вкусом, с маскарпоне сладким. Очень классно, я думала, только красивый. Прямо мандарин вообще, да? Находится, конечно, не в центре города. Мандариновый американо и десерточка. 23 рубля. Да. Ну, она давно, наверное, да, здесь? Да, давно, да. Но мне так нравится. Я всегда выкладываю в Инстаграм тоже вот эти зарисовочки. Трудновато. С носочком, с таким носок девочками. Носок просто прекрасный. Хорошенький. У нее какой-то в кармашке тоже я какой-то чудик. Не знаю, это домовой какой-то. Домовой какой-то. Да. Прекрасно. Торговый центр столицы. 100 лет не были. Итак. Наша цель – это Белита, но я чувствую… Оксана, вам персональный привет. Да. Меня узнала Оксана, мы с ней сфоткались. Оксана, между прочим, первый подписчик мой, да, который вот сейчас меня вот по приезду уже остановил и узнал. Так что случайно, вспоминаем, да, старое, подходим на улицах и знакомимся. Элис, Элис, Элис. Мне понравилась вон та кофта. С арбузик. Кардиган. Арбузик тут. О, с динозавриками. Ой, я хочу померить. Конечно. О, ты посмотри, он еще и оранжевый. 127. Они прикольные, правда? Они очень прикольные. Надо брать и мерить. Мне очень понравилось. Давай, бери и мери, пойдем. Берем и меряем. Вот а даже какой хочешь? И тут надо хорошо померить. Оксана, еще раз привет. Какой? А белый, интересно. Вот я что-то как-то… Ну, белый тоже. Мне просто белый, вот приложи ко мне белый. Что-то я… Ну, в смысле что-то? Не знаю. Мне тут больше нравится такое топленое молоко. Померяем? Мы померяем тоже 42. Слишком, может, как кофейно? А здесь, мне кажется, все дело в свете. Цвете. В цвете все дело. Давай вот этот померяю. О, как интересно. Мне нравится. Да? Это мне нравится. 164, ну не дешево. Такое. Интересно. А к нему… Ой. Юбка или это капри? Нет, лучше были бы капри. Ну, это такая имитация юбки или капри, брюки. Ну, вот такой тоже есть тонкий нюанс. А, ну, вот брюки. Ну-ка, это… Еще чуть-чуть, и ты уже работник банка. Вот прям по грани. Ну, в этом тоже что-то есть. Ну, а мне хотелось бы, чтобы это было больше секса, а вот, нежели чем да, банковского работника. Бруки. Бруки. Ну, вот что-то… Ты без… Хочешь без… Как они называются? Стрелки? Без стрелок? Да. Палаццо я хочу. Не, ну это такое рабочее. В этом тоже что-то есть. Такой не де Шанель немножечко за 226. Ну, не де Шанель чуть-чуть, но в этом что-то есть. 226. Кстати, ну да. Мило. Ну вот тут вообще работник банка или ЖД вокзала билеты продают. Может быть, это и униформа есть, кстати. Почему нет? А главное, размер как всем. Да. Очень нравится. Пан 100%. Значит, не скатается динозаврик. Не скатается, нет. Должен хорошо стираться, если что. Очень качественно сделан. Розовый? Ну, розовый, розовый, конечно, вообще. Розовый огонь. Скорее розовый. Я бы два взяла. Что, как лучше? Ну, я не знаю. Вот по ощущениям мне оранжевый больше нравился. Мне кажется, ты его сразу оранжевый надела, и он сразу по-другому. Угу. Да? Возьмите нас рекламировать. Почему одни молодые и стройные? Мы тоже стройные. Он, конечно, прям… Хотя мне очень розовый тоже. Он отдельно висел. Он такой, знаешь, я среагировала, как будто он как… Арбузик какой-то. Нет, два точно сразу. Очень говорю, вызывающий. Даже не начинаю. Даже не начинаю. Я хочу два. Нет. Мама, дай два. Зачем они связали два цвета? Я вот не понимаю.
Русланины кольца, кстати, под розовые тебе. Это твои уже кольца. Ну, в смысле, да. По принципу, каких вещей у меня нет? Ничего. Оранжевый хорош. Классно. И дело в том, что я хотела кардиган давно. Именно с застежкой. Я сам. Да. И я тоже. И я хотела. Потому что где-нибудь, ну, чтобы расстегнулся, и видно, что ты как будто вот стройный, худой. Где-нибудь ты снял футболочки, и тебе уже не жарко. Ну, как бы и объемчик как бы вот не прилегает, а так кажется, что ты... Ну, просто у меня все кофты практически как кофты. Ты можешь просто застегнуть и накинуть на плечи с майкой, завязать. Да, да, да. Да, 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 да. Наверное, оранжевый все-таки. Розовый, да. А сейчас и зеленый с розовым хорош. А сейчас розовый и зеленый нормально. А давайте... Тетю сбросим. Нет? Нет. Ну, подожди. Нет, ну просто. Ну, ничего такое. Нет, ну ничего, неплох. Но розовый и этот, и все карманы. Карманы удорожают производство, но как бы людям, которые с карманами, это совершенно другая история. Почему не сделать карманы? Ну сделать его дороже, но с карманами. Для дорогих дам, для богатой белой женщины. Можем себе посмотреть карманы. Нет, зря, очень классно. Очень классно. А сколько он стоит? Сколько он стоит? 127. 127? Ну, тоже очень классно. Хорош. Да. Хорош, Лен, хорош. Да? Мне нравится посадка хорошо. На мне 48-й. Ты про сейчас про какой цвет? Я про это тоже говорю. Мне тоже очень понравилось. Нет. В общем, это фирма Рамгил Слонимская. Вот. Розовые. Правда же?